running in rush. Yeah. Can you push this kitten, please? Thank you. Yeah. That's a good boy. Misha, it's Mike in Russian. Is that what my name is? Misha. 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 When did you use the Misha? When did you use the name? Used the name? Yeah. And Misha раньше жил мам? Здравствуйте, что я не помню. Don't you remember? Woodbridge. You mean in England or in Russia? In Russia. No, in Russia, where are you living? In Moscow. Moscow. Capital. Tukhachevsky. Tukhachevsky, it's admiral. General. Yeah. Quite famous general. It's just the name after him. Yeah. Давай ешь быстрее, Боря. Майкл, I'm sure that you're not hungry. No, he's not. Huh? I said, you're sure that you're not hungry? No, you're not, Mike. It's nice spider, especially for Boris. You killed it! Boris believes that there is poison spiders in England. No. Yeah. Not in England. There's no facts. Not in England. In different countries, at least. In South America. Hey, there is one. What country? Here, in England. Is it tarantula? Tarantula? Oh, yes, tarantula. It's not right. No, so you can see only in the zoo. Ah, they're pets. Yeah, pets. Yeah, of course, yeah. It's you can see it's only in the zoo. And they don't survive here. It is too cold for them. Yeah. Well, I'll turn the spoiler in somewhere. Okay. Борь, ешь быстрее. It's good weather today. Поешь гулять, возьми с собой ключи. Или ты их потеряешь? Их. Ты потеряешь их. Ладно. Кин идет в куртке. Так, а вот... Так, это мы приехали в Норвич. Питер! Look at me. Это Питер. Питер. Там замок. Горы. Мы приехали к Норвичскому замку. Правда, я замка в упор не вижу. Ты хочешь быть там? А, Норвич, Касидрал Зе? А, это вот этот вот собор. Замок еще там. Уже есть туда замок. You'll be able to get a lovely view of that when you're at the top of the castle, darling. Yeah? Ah, yeah, I will then. И батер, maybe батер will be finished, ага. Так, вон там видна часть Норвичского собора. А вот он замок. Вон Борис с Питером там идут. Мы подходим к замку. Хай! Собор. Так, вот мы в замке. Так, вот тут это замок, стены. Какой-то дракон висит. Небольшой музей. Борь, ты что бегаешь от себя? No, he's having all that much, have they? Yeah. Uh-huh. No spoons, they have been. Для рыцаря, шпоры. Шпоры? Так, а это вон рыцарский костюм, и Борь там ползает вокруг него. Борь, улыбнись. И попусть Борис, он сайт за собой. Пушки, мам. Мам, пушки. Пушки. Так, он замок, балкончик там. Look at the cannon.
Так, это Мария Магдалина. Красиво. Какая-то леди Эмма. Кто такая-то леди Эмма? Кто здесь леди Эмма? Вот макитика Сузамка. Очень красивый макитик. Он застеклённый, поэтому он не так просто снять. Даже не так лучше это будет из стекла. People, yeah, that's what they want. Can I see Boris? Where is he? Oh, who is this? Whose mother is this? Huh? Whose mother is this? My mother is this. I don't know. Так, вон еще какой-то персонаж исторический. Ку-ку! Я пытаюсь снять через решетку очень глубокий колодец. Как это сделать, я не знаю. Но полу через решетку. Где его отдали чуть-чуть больше. О, кошмар какой, да, Борь? Кошмар, почему? Кошмар. Подожди. Я никак не могу этот меч снять. Говори громче. Это мечи, которыми сражались, Боря говорит. Нет, это не мечи, это меч, это копье. Копье, да? Это такой огромный меч. Как это по-английски ланс, по-моему, будет, да? Сот. Это глазки. Ну, кажется, нет. На стекло, там тоже ничего не снимает. Так поставить. Просто что-то. Почему? На стекло там ничего не снимает. Он знает, какой там вообще какие-то египетские стоят. Где? А он даже вниз, он снимет первый этаж. Это значит, что замок был построен в 12 веке, в 1100 каком-то году. И он такие старые здесь. What is there? Ow! There looks like a castle. Да? Чужая страшната. Мумия египетская. Куда мне взяли, интересно. Кошмарная какая. Брррр. А ты сегодня с тобой слип today after this mommy. Make the film with this. It's very nice. It's just like Egyptian writing. It's look like Egyptian, yeah? That's English. English? What's English? Why? It's kind of English. Мам, этот замок не египетский. Yes, I know, but English never used this. Years ago. Thousand years ago, they already have their own reading. Это не просто рисуют рисунки. Просто они рисуют рисунки. Какие-то эти самые рисунки вычтены на камне. Старый замок. Какая здесь... Так, это, наверное, что-то такое, типа, гербов идет. When he used to write a letter, he used to fold it over, hot wax, wax on, no, and seal the letter. Типа печать, короче. And then nobody could... Борь, ты где? Привет. Ты сейчас по пещере лазишь. А я сейчас тоже туда зайду.
О, какая пещера. О, здесь волки будут. Сюда вон. Привет. Здесь окошки. Окошки, вид там куда-то. О, вид. На Норвич. Норвич очень большой город. Так, а вот мы в музее находимся. Музей. Картинная галерея. А это что такие? Кто такие? Ага, а я мейкет. Скульптурки. Fireplace, а вот камин. Старинный камин. Очень красивый. Боря там что-то нашел интересное. Что ты там нашел? Медленно говори, Боря. Птицы, да? Подожди, она. Смотри, тла птицы. Это снимаю. Что? Красота не вечна. Вот видишь, она посмотрела на себя в зеркало, потом ей показывал этот вот череп. То, что она вот такой вот будет, что когда-то она умрет, она не вечно будет молодой и красивой. И вот она, видишь, шокирована. Я прочитала вывеску. Это про меня. Я тоже не буду вечно молодой и красивой. I will know you never young. Ты же выключил? Ты выключил? Алло. Yeah. О, a lot of dishes. Там много чайников. I think it's all for sale. Я сказала, все для продажи. Бери любой, выбирай. Это у меня юмор такой. Мы в музее находимся. I said it's just my humor. Yeah, I take to the camera, it's all for sale. Yeah, I wish it was. You won't be able to afford it anyway. There were a cat. You wouldn't like this. No. Why? Why? Cats don't need anybody. No, I'm a typical cat. No, yeah, well, I think that's very true, actually. Boris, I said why? That's right. That was clinical. Oh, Boris, look, he's a красавчик. Oh, nice. Boris, look, I do like big animals. Yeah, lovely. If you like lions, why don't you like cats? They're big cats. Big cats, but they're very pretty. Вот, маленький, Боря. Боря. Боря, это ты. Ну, кстати, с ним вязать, погладь его. Какой хороший. Обезьяна. Обезьяна. Ой, тебя. А это кто такой кожей? Like squirrel. It is natural skin. Huh? It is natural. Natural fur. Yes, it's them. It's stuff. Yeah. Oh, Peter, I can't see you. Sit down. And now you close. You're on the way to. Look at мишки. Холодненькие. Зайчики. Целая семья зайчиков. Да? Ой, столько разных животных, они так нравятся. Все ласточки какие. Мне надо моих лис сюда принести, набить их чем-нибудь, я им на них деньги заработаю. Морские левушки. Питер, how do you call this animal? How you call this animal? Seal. Seal? Yeah. Where is dolphin? I can't see dolphin here. Вайлз, Вайлз. Это мой контарчик, брусничок там. Да, я думаю, что это музей не зоопарка зеленых. Вот что Гринпис. This is cathedral. Yeah, I think so. No, I don't think it's cathedral. No, cathedral is much bigger. Так, это вот вид замка. Так, это мы находим был замка наверх на это самое. У подножия замка. И здесь гора, и я снимаю. Ай! Хай! Хай! Вид Норвича. Норвич очень красивый город. Может, тут были фотографии, не ссылали неоднократно.
Это очень большой город считается. Это главный город Норфолка. Норфолк – это графство. Англия разделена на графство. Здесь большой есть собор, кафедрал, мы его делали уже на фотографиях. Вот еще какой-то замок. О, я с машины снимаю. Видите, вот здесь сейчас church, castle. Church. Church? Yes, I think it's about a church to me, isn't it? I think it's a cathedral. Scoundway. Well, in the that red button, get it in your eye properly. Yeah. Hang on. Yeah. Can you see record there, yeah? And can you see record? Can you see record or pause? I can't see, yeah, record, yeah. Come on, get in. I can't see it, Peter. Let it get down a bit more. Или бросит. Так, это же бар. Горе тут играет в бильярд, как в машинке. Он здесь бедный. Выиграл на деньги, играет. Выиграл почти 10 пунктов. Ни за что. Чемпионами. За всем бросил играть. Посмотрим, когда будет он играть. Это не все. Мы без этого не можем. You send down my mum? Huh? You send down my mum? No, let's send down. Send down. Yeah. Go to the queue. Put a rose between your teeth. Thank you, Alan. Cheers, Sally. Okay, come out. Thank you. All right. I'm a boy. I'm a boy. Line that. Hi. Give it here. I'll take one of you two together. Okay. See you. Come on, anyway. Okay. Just look here. Do nothing, just look here. Point the yeah. And a paddy pad, yeah. I already pressed this. What's that one? I already pressed it. Just record there. There must be record, yeah? Huh? I need this. There must be record, yeah? Hi. Well, say something together then. Like this. Well, I was trying to get that to the same level and we're getting... Well, give her a kiss then, but go on, look. That's better, that's lovely. That's more of it. Enough, thank you. Сейчас не со мной будет игра, на деньги ее. Говорю, что там индийский день сразу.
Так это я уже снимаю. Я. Море идет. Вот. Скажи что-нибудь. Много денег ты выиграл? Много денег ты выиграл? Сколько? Это около 130 тысяч. Ты еще продолжили время в 12 часов ночи. Who is this? Let's introduce yourself, young man. For my reporting. Hey, the phone. What? The phone. What is your name? On the phone. No, hot dog, really. I hope you got this on tape, eh? Where did it come from? Nah, I'm a hot dog. What? They call me the hot dog. French pronunciation, not local. Your pronunciation is not local. They call me the hot dog. I can't understand you. Oh, so you don't understand me. Where did it come from? Where did I come from? England. Yeah, what part of England? I got in the gastric. From here? Yeah. In the gastric. Okay, I understand your sense of humor. I want a copy of that, you know. Huh? Leave a copy of Peter and I'll give you the money for it. Okay, I will do for you if you want. What? If you want, I can do for you. Give me cashier and I will do for you. Give him the copy, that's right. I can't make coffee. For me, very difficult to make coffee. If you give me cashier, I will do for you. I can't stand it. What's he saying, Peter? If you want coffee, I said, if you give me cashier, I will give him a coffee. You don't make coffee. What is Boris? Boris, это будешь играть-то? When you will, when Boris will play? Что? Well, I come from Phoenix, Dan. Чё? I'm a male. Champion. Championi. He is championi. Champion. You finished. Get out of here. Okay, so time goes to rest. I think we have time. Field's wife, Mandy Keeble, got an 18-month suspended sentence. John Manthorpe from Lowestoft got 3 years. Darren Cossey from Norwich will be sentenced at a later date. Tonight, the gang start prison sentences totaling almost 40 years. A sharp warning to others hoping to get rich on the backs of drug addicts. Sally Chidzoy, Look East, Norwich. A plan to build the first new town in this region for 25 years was unveiled today. A consortium of businessmen aim to build homes for 50 Итак, давай начнем заниматься. И время здесь ни при чем. Мы во времени больше заниматься не будем. Вот столько, сколько я наметила. Итак, сколько? Так, убери сок, он мне мешает. Сколько наметила? Покажи мне. Я наметила. Давайте вот этот вот первый урок и немножко тебе объяснить глаголы. Сколько это займет этот урок? Вот, я не знаю, сколько займет. Примерно. Это зависит от того, как ты будешь отвечать. Я не знаю. Минут? Если ты ничего не забыл. Нет, конечно, не 10 минут. 20 минут это минимум. Мам. Больше 20 минут не будет заниматься. Знаете, вы короче. Итак. Боря, часы здесь ни при чем, они тебе не нужны. Они тебе здесь не нужны. Время 7 часов, но они тебе не нужны. Так, итак, часы здесь ни при чем. Итак, убери, пожалуйста, стол. Мы занимаемся. Я пью. Давай. Так, как сказать, меня зовут Боря. My name is Boris. Нет, меня зовут. Ты сказал, мое имя есть Боря. My name is Boris. А теперь скажи, меня зовут. Как будет звать? Мана мы сборишь? Нет, глагол есть такой. Я зовусь Боря. My name? Я еще раз тебе повторяю, дословно. Я зовусь Боря. Вихальду. Вихальду. Это же что-то легче. Виха, что ты такое спросил? Вихальду. Что это такое? Что такое ви? Это
Меня зовут. Ви – это что? Ви хожу борщ. Что такое ви? Как? Хайст – это зваться. Дух ты. Их хайсте борщ. Молодец. Их хайсте. Вот этот вот глагол. Смотри. Их хайсте. Вот так оно еще пишется. Борис. Ви хайс ду. Почему же так происходит? Почему ты говоришь, меня зовут Борис? Это говорится хайсе. А если обращаешься к тебе, говоришь хайст. Потому что, к сожалению, к большому сожалению для тебя, для меня и для всех, наверное, изучающих этот язык, в немецком языке, так же как в русском, меняется окончание в зависимости от лица. Если, допустим, ты говоришь, меня зовут Боря, ты скажешь «Ich heiße Boris». Глагол «зваться» выглядит вот так, инфинитив. Что делать? Зваться. Боря, посмотри, пожалуйста, сюда. Будет «heißen». «Heißen» здесь одна «s». «Heißen». Если ты говоришь о себе, ты говоришь «Ich heiße». Что с тобой такое? «Ich heiße». Если ты говоришь «ты», ты говоришь «heißt». Добавляешь окончание «т» во всех глаголах практически. «Т». Боря, я не могу, когда меня не слушают. Я тебя слушаю. Тогда повтори, что я только что сказала. «Ich heiße». Ты добавляешь что «т». Когда? Ну, когда ты говоришь «т». Какой глагол я говорю? Глагол. Ну, когда ты говоришь, ты говоришь «т». Когда я говорю «что»? Это что? В каком случае я говорю «хайс», а в каком случае я говорю «хайсе»? «Хайс» ты говоришь, когда ты говоришь с младшего возраста, а «хайс» ты говоришь со старшего возраста. Нет, совсем не так. Все значительно сложнее. Когда ты говоришь о себе «их», «я». Вот смотри, местоимение «я» будет «их». Вот так оно пишется. «Их». «Их». Ты говоришь «хайсе». «Хайс» – глагол «хайс», вот он, инфинитив. Ты его пишешь. Здесь что с тобой такое? Ничего, давай читай. Сэдди заменяется на такое, потому что здесь две «сэ». Я сказала «гум». «Их хайсэ». То есть... Нет, нам тут «сэ». То есть когда наш... Ты же когда наш заменяется на «с». Здесь ни на что не меняется. Есть глагол «хайсэ». Я сказала, что заменяется на «с». Есть глагол «хайсэ». Смотри, выглядит он вот так вот. «Хайсэ». Глагол «хайсэ». Если ты говоришь глагол «хайсен», что делать? Инфинитив, «хайсен», «зваться». Если ты говоришь о себе, ты убираешь это окончание «н», и получается «хайсе», «их», «хайсе», «меня зовут». Если ты говоришь я о себе, понимаю. Еще раз, инфинитив, «хайсе». Что такое инфинитив? Объясняйся. Неопределенная форма глагола, которая определяет, отвечает на вопрос, что делать, отвечает. На вопрос, ну что делать, что делать? Зваться. Зваться. Что делать? Зваться, называться. Чего? Я называюсь Борей. Чего зваться, называться? Глагол такой. Зваться, называться. Да. Да. Зваться, глагол, называться. Звать, называться. Хайсен. Хайсен. Глагол зваться, называться. Будет хайсен. 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 Если ты говоришь о себе, первое лицо, единственное число, я, тогда ты букву «н» убираешь. И остается только хайсе. Их хайсе. Их хайсе. Их хайсе Борис. Да? Если ты говоришь о тебе, ты, ду, ты будет ду, ты говоришь как, тогда к основе слова хайс. Хайсен. Мы прибавляем сте, сте, хайс. Я ничего не говорю. Полностью. Когда говоришь о тебе, ты, тогда мы к основе глагола, вот это вот хайс, хайс, прибавляем окончание «ст», когда говоришь о тебе. Но поскольку тут «с» уже есть, то мы прибавляем одну только «т». И получается «ду хайст Борис». Тебя ты зовешься Боря. Или «ви хайст ду». Как зовешься ты. Я все понял. Так, если ты теперь говоришь, это о себе. Если ты говоришь «он», «он» будет «эр». Что происходит в третьем лице единственном числе, то есть местоимением «он», «она», «оно»? Ты вот к этой вот основе.
Только одну ты. То есть какое примет она окончание? Как это будет? Хайст. Правильно, молодец. Да, ты еще должен знать, что вот эти две буквы читаются на немецком языке как ай. Хайст. То есть это будет эл. Хай. Ст. Мишель. Мишель. Эл. Хайст. Мишель. То же самое с она. Как будет она? Ши. Нет. По-немецки. Зи. И пишется она вот так, смотри. Зи. Как сказать, ее зовут Света. Зи хайст Света. Молодец. Зи. Светлана. Хайст. Светлана. Так и будет. Так и будет. Это не переводится, это русское имя. Говори, не надо отвлекаться по пустякам. Потом будешь говорить, что тебе на самом нужно ходить. Так, теперь, знаешь, когда говорим о себе. Мы. Местоимение мы будет похоже на английское. Вы. То английское произносится как we. We. Мы. Мы? Когда ты говоришь о множественном числе мы. Ты хочешь, я звук слушаю? Мне очень трудно с тобой заниматься. Итак, когда мы говорим о себе, мы ставим глагол в той же форме, что он стоит неопределенный. То есть как хайсен. Хайсен. Ви хайсен Мишель. Допустим, и того, и другого зовут Мишель, да? Ви хайсен Мишель. Дальше. Местоимение. Что с тобой? Ты опять делаешь бзики. Почему? Давай, мам. Вы. Местоимение вы, когда их много. Как зовут вас, ребята? Как зовут вас, ребят? Как это спросить? What's your name, children? По-немецки. Как зоветесь вы, ребята? Как это сказать? Как будет как? Ваш издаш. Нет. Как будет как? Только что мы говорили. Михаил. Михаил. Ви, совершенно верно. Хайст. Хайст, это только тебе когда-то. Ви хайзду. Нет. Нет. А ви хайсен. Молодец. Вот я тебя поцелую. Ви хайсен. Хайсен. Когда их много, мы говорим ИЕВА. Ви хайсен. Ой, прости. Тут я ошиблась. Старуха бывает пророка. Когда мы говорим, когда их много, мы ставим глагол хайст. Так же, как третье число. А я что говорю? Хайст. Ты сказала не так. Ви, хайст, ив, киндер. Дети. Ви, хайст, ив. Боря, что с тобой? Боря, успокойся, пожалуйста. Я считаю, что Итак, ви, хайст, ив, киндер. Как зовут, как зоветесь вы, дети? Теперь это вежливая форма, так называемая. Если мы обращаемся к человеку, который старше, которого мы уважаем, как мы спросим тогда? Как зоветесь вы? Опять тот же вопрос. Ви. Вот тут без изменений. Ви. Я хайстен. 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 Ви хайстен. Зи. Молодец, умница. Ви хайстен зи. Посмотри, какая ерунда получается, какая получается специалка. Зачем ты зибитте? Зи у них. Так.